С ноября в России вступают в силу несколько новых законов. Изменения коснулись социальных выплат. Получать ежемесячные пособия на детей до 3 лет родители теперь будут автоматически. А для оформления помощи на детей от 3 до 7 лет не придется предоставлять документы об алиментах. Изменения коснулись и сферы ЖКХ. С 7 ноября за некачественные услуги, недостаточная подача тепла, плохое качество воды и другие, граждане смогут платить меньше, если нарушения произошли по вине управляющей компании или ТСЖ. При этом компенсировать расходы перед ресурсоснабжающими организациями УК будут за свой счет. Нововведение есть и для водителей. 1 ноября вступил в силу стандарт о переходах автодорог дикими животными. На дорогах будут строить специальные переходы для лосей. Экодуки на новые автомобили теперь оформляют только электронные ПТС, а зарегистрировать ДТП можно через специальное приложение в режиме онлайн.